Говорят, старый друг лучше новых двух. Но к данной ситуации это явно не относится. Новые мусорные контейнеры начали появляться во дворах города. Они предназначены для раздельного сбора мусора. Ничего сложного, абсолютно все написано, понятно, куда пластик, куда бумага, куда остальное мусор. Практика показывает, что жители выражают интерес при размещении таких контейнеров и ведут себя достаточно ответственно. Компания «Эколайн» реализует проект в Раменском и других подмосковных городах. Это часть государственной политики. В начале года губернатор области объявил о старте раздельного сбора мусора сначала в 13 крупнейших городах Подмосковья, а в 2019 году нововведение планируется внедрить в каждом дворе. Давно пора к этому уже, потому что я вот смотрю, в Европе уже давно вот это... Я думаю, давно пора, это очень хорошо, чистота, все порядок. Переход Подмосковья на раздельный сбор мусора позволит уменьшить объем захоронений в среднем на 30%. И с точки зрения экологии облегчит нагрузку на окружающую среду. Для того, чтобы изменить мир, нужно начать с самого себя. Поэтому я предлагаю присоединяться, участвовать. Таким образом мы спасем нашу природу. Прийти к единому стандарту в раздельном сборе мусора еще предстоит. Его примут в конце текущего года. Андрей Пластунов, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».